Михаил Полуэктов в студии «Медицина в контексте». Это значит, что мы продолжаем наш сомнологический цикл. Сомнологи оттуда показали, что спящие люди могут улавливать вербальную информацию, передаваемую человеческим голосом, и реагировать на нее сокращением лицевых мышц. Ну, хотя принято считать, что во время сна мы как бы отгорожены, отделены от реального мира, отключены от него. Нет такой прямой связи, нет уверенности, что какое-то снижение выработки мелатонина точно приведет к ухудшению сна. Действительно ли в настоящее время существуют способы воздействия на состояние сна, отличающиеся от классических фармакологических? Ну, конечно, мы вспомним любимый аттракцион, если наша голова находится слишком близко от электрической розетки, то наш сон точно не улучшится. Что нужно делать? Носочки одеть теплые, совершенно верно.